Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Я сегодня отдыхаю, вот костер горит. На озеро пришел поглядеть, что тут творится. Чуть-чуть местами повскрывалось, вот промоины. Хотел бы поговорить, как догадались из названия видео, чуть-чуть об этом сезоне. Вот здесь мы его начинали с Егором, есть видео. Сегодня я один заканчиваю. Сезон прошел в целом нормальный. И для меня, да и Егора. Егор вообще радостный. Бил 4 рябчика. Кукшу, сороку. Двух куниц и кидуса. И на этом закончилась его охотничья деятельность. Безалаберный человек. Ну ладно уж. Я в этом году тоже подобывал. Так и сказать, в целом сезон прошел более-менее такой нормальный. Мне понравился. Куницы. И соболь попадал в этом году. Несколько штук. И горностаев попал. 8 штук. Самое большое в моей жизни. Самое большое. Это первый мой сезон. Я же когда-то рассказывал. У меня было 2 или 3 капкана. Я поймал 7 горностаев и куницу. Все, после этого у меня было, когда бывало вообще в год ни одного не возьму, а когда бывало один попадется, все, ну 2. Самое большое было 3 горностая, в этом году 8. Тогда-то хоть их принимали, а эти года нифига не берут никто. Не знаю. Пушнину сдал в целом по нормальной цене. Хотел бы поговорить о промысле куницы. Многие говорят, невыгодно. Да, ребята, невыгодно. А ты ездишь на буране. Вот тут один у знакомого друг. Тоже штук 50 даже куниц поймал. Что, если не врет, не знаю. Но говорит, большую половину отдал за топливо. Я хожу ногами. Для промысла у меня затрат почти нет. Лицензия. Плюс. Когда бывает, капканы покупаю. Все есть возможность, дешевые взять беру. И в целом все. Ну а, ну бывает, когда нету приманки, захожу в магазин, беру там чьи рыбу. Чьи куриные головы, но этот сезон мне удачно был, так сказать. У меня по соседству открылся магазин, и из-за безалаберности своей у них постоянно тухлая рыба, и до сих пор они мне ведрами отдавали селедку, там кильку тухлую. Ну что можно было есть, ели, потому что рыбу едим, коми посол. Все остальное, все вход, шофта, тайгу, рассол. Так что в этом году почти затрат не было. Ну, бывает, легкое покупал. Что бывает. Его легкое, чем мне нравится, его на кунь, на этот, каких бы, наживлять хорошо. Да и на куленку хорошо заряжать. В целом, сезон прошел удачный. По боровой дичи тоже. Поездили, побили осенью тут вот на озере. Считаю, что по боровой птице нормально прошло. Хоть все жаловались, я в этом году. Ну и жаловался, ну и немного, ну было. Дичь была, рябчиков половил, покрупнее половил. Что еще? В целом сезон прошел удачный. Попалась и в гуманные КД-140 все-таки попалась куница. И в прошлый год попалась, но там волк утащил ее вместе с капканом. Но в этом году нормально все. И в К2 мой любимый тоже был улов. В нулевку, в однерку. Ну хорошо, подобывал, в принципе, не жалуюсь. Норок 3 американки взял.
Ну, белок в этом году, белок много было. Белок и... Белка капкан попадался, и петы на рябчика стояли, вылетали белки. Вот туда по осени, ой, сколько их там влетало. Да хрена, сколько перерывало петель. Тоже хватает. Что касается зайцев. Зайцам в этом году у нас какая-то катастрофа. Нету почти зайцев, мало очень. Я в этом году всего одного зайца поймал, и то его до половины то ли рысь, то ли соболь съел. С головы, потому что, мне кажется, соболь. Соболь же едит, ест с головы. В этом году идем ставить капканы. Ну, а перегородка уже все готова была с крышей. Снежку чуть-чуть поднавалило на крышу. Я зарешаю капкан, понять не могу, что-то там такое лежит. Вот белка, прямо на крыше лежит белка без головы. Вот-вот, теплая. Кто-то сожрал, я с Егором был. Я говорю, Егору, говорю, тут, блядь, соболь по-любому ходит, потому что с головы съедено. Кто-то мне когда-то головил или где-то слышал, что соболь ест с головы. Не знаю, правда, нет. Что вы хотите? Через дня три идем мимо. А висит, голубчик. В принципе, эту же и белку без головы туда и повесил на приманку. И он попался. Соболюшка. Ой. В целом сезон прошел удачно. Подвожу итоги, попил чаем. Побалдел на свежем воздухе. Осталось много следов куницы, белки, зверя еще осталось. Вот дичь, главное, чтобы весна была хорошая. В прошлом году у нас было горе, блядь. 1 июня завалило снегом, и походу вся дичь все померзла яйцами еще. Посмотрим, что будет, то будет. В целом, друзья, сезон прошел удачно. Куницу взял, все взял. Там вот будем увеличивать путиков побольше. Капкана вот нет, но будем что-то придумывать. Кулемки строить, пробовать петы на куницу ставить. Есть какие, кое-какие задумки, не буду говорить, потом покажу. Дай бог, может, попадется. Так что, жизнь продолжается, люди. Главное добро. Добро, добро. Вот. С капканами проблема, но это еще моя охота. Да, тут поохотиться можно. Я люблю, больше всего люблю это капканную охоту. Не знаю, с детства у меня было. Охота на белку, на куницу. Так что вот так вот. Ну ладно, до свидания, друзья. Мира, любви, удачи. Дай бог всего вам хорошего. Вот такое. Такого же мирного неба над головой. Ну ладно, до свидания, друзья. До новых встреч.